Всем привет, это Слава Че, Hangover Express. Мы пришли на концерт Children of Bodom, чтобы пообщаться с фанатами группы. Hangover, то есть Express. Как сделать так, чтобы концерт удался? От души играть, любить публику, орать погромче, черт возьми, слэмиться. И яростно слэмиться. Реагировать. Как сделать метал-музыку популярнее, чем она есть сейчас? А ее не нужно делать популярной. Она и так популярная. Согласен, уже. Не надо. Оставьте металл нам, да? Вся ее фишка в ее непопулярности. Надо хорошо играть металл. Если Хэтфилд там или молодые ребята, ну точнее крутые ребята будут надевать футболки крутых банд, как было с Гастом, например. Он засветился. Запретите рэп просто. Я не вижу никакой проблемы. Молодежь слушает металл. Это очевидно, но это сейчас не популярно. То есть это считается зашкварным. Если кто-то слушает металл, допустим, школьник, да? Он слушает металл, он появляется в школе, там, в толстовке, там, Slayer, Death, например, и на него смотрят такие, блин, типа, чувак, сейчас с тобой такое. Все слушают, да, вот, Федука, вот, ну, рэп, там, все на рэпе, типа. Мы вообще любим традиционный, вот, ну, там, вот, как для, надо. Бурзум, например, для, да. Для натуралов все. Для, мы, да, мы идем на Children of Bodom, мы хотим услышать старый Children of Bodom, мы хотим услышать те самые старые телеги, на которых мы росли, когда учились в школе. Ты мы сказал, считали... попомню. Да. Ребята, просто спасибо, крутого концерта. Спасибо. Что такое метал-музыка? Душа. Это атмосфера. Нет, это прямолинейность. Это искусство. Но... Металл это? Металл это фильтр по выплеску негативных эмоций. Самый творческий вид подобного рода деятельности, который я встречал вообще в своей гребаной жизни. То есть это альтернатива для того, чтобы лично для меня, там, не знаю, драться в барах или, ну, дико душить свою девушку во время секса, например, вот так. Вот это хорошее сравнение. Вы знакомы с творчеством группы да. «Дети Бодуна»? Да, дети. Каждую субботу с ними. Вопрос такой. А как вы можете, вот какими эпитетами вы можете охарактеризовать такого рода музыку? Финляндия. Озера. Не знаю, экспрессия. Какая-то отдушина, наверное. Сейчас заплачу. Ну, следующий вопрос. Давайте. Вуп-вуп, that's the sound of the police. Именно первая, первая группа, именно вот которая типа, а? Да, именно первая, которая прям вот услышала и поняла, что, блин, металл это прям то, что мне теперь нравится. Группа Amorphis. Это было очень круто, мне было, наверное, лет 10, и, причем я видела клип, еще тогда только появился вообще где-то интернетом, на просторах, типа, и компьютеры, где, типа, мне это показали, это было очень несравненно, это было очень классно, и я заразилась этим, и живу до сих пор, и дышу этим. Металлика. И что у тебя, какие эмоции были? Слушай, типа, ты, ну, да вспомни себе мелкого, типа такой сидишь, ну, такой. Ну, мурашки. Мурашки. А. Вот. Сейчас они с возрастом все реже и реже возникают, и чего бы то ни было. Но тогда это был пиздец, это было несравнимо ни с чем. Такой возраст был совсем нежный, считай, секса не было. А, как бы наркотиков я пробовал мало к тому моменту. Это было что-то вот, ну, это все. Это я как бы жил в Нижнем Тагиле, у меня ничего не было. То есть там нехер делать. И тут такое счастье, что ты что-то нашел в жизни, можно вроде бы и не веситься. Как будто камни бьются друг от друга и раскалываются в моей голове. Это было прекрасно? Это было великолепно. До сих пор не могу перестать слушать металл, потому что всегда возникает такое ощущение в голове. Как нужно угорать на рок и метал концертах? Вот так вот. Это слишком сексуально. Как она тебе сейчас отхлестала, а? Я почувствовал. А пацаны как тусуют на концерте, ну? Надо набухаться и блевануть в туалете, короче. Наша тема. Наша тема. Сливочное масло, активированный уголь, аспириночка. И гашиш. Гашиш, самое главное. Давайте, какой вариант? Мне помогает... Неплохо. Пропердеться. Как объяснить человеку, который не слушает металл, что металл это круто? Нужно привезти его на концерт Children of Bodom. А где? Можно сдать куртку, блядь. Вот гардероб. Это было так просто. Он просто хотел тоже. На телевидении хотел. Первый канал. Ты пришел на концерт любимой группы, да? Как получить максимум удовольствия от него? Не пить. Пойти в слэм. Желательно, чтобы были длинные волосы, распустить их и трясти.
как объяснить человек, который не слушает метал, что метал это круто? Начать слушать метал. Попробовать. Ну, это у меня такая история с отцом была. Я тоже никогда не понимал метал. Сложно. С отцом? Да, у нас в машине начинало играть, ну, типа Ози Осборн, что-то вот такое. Я как-то тянулся. Ну, в принципе, такая же история. У меня папа с пеленок заставлял. Не то, чтобы заставлял, а включал Pink Floyd, например. А как сделать так, чтобы на утро не было похмелья? Не пить. Окей, а как справиться с похмельем? Справиться? Да. Итак, мама увидит не быстро, что такое. Не, я же совершеннолетняя. Нормально, да. Да. Если бы у тебя была метал-группа, как бы она называлась? Илидианс. По-моему, такая группа уже есть. Ты это убегаешь. Леденцы для бедных. Смотрите, Hangover. А если бы у вас была группа, как бы она называлась? Скорее всего, это было бы что-нибудь грайндкорно и называлось что-нибудь в духе «Анальный бриз». Или «Факин и Спой», например. Вадик, что это? Я куплю твой альбом! Опять первый альбом назывался бы «Everest of Human Excrements». Скажите, пожалуйста, вы первый раз начал Дана Бодан или нет? Шестой. Второй. Как вам концерт? Этот лучше, чем прошлый в «Космонавте». Это лучше, чем прошлый в «Космонавте» и один из предыдущих, но не самый плохой. Что самое важное на метал-концертах для вас? Атмосфера, качество музыки. Качество звука, прежде всего, и света на сцене. Сюда мы пришли за тем, чтобы увидеть не просто красивую картинку, а красивых людей, исполняющих красивую музыку для красивых людей. Крутяк. Кабель, Зеномат очень хорошие ребята. И возьмем, например, Хеллбом. Зеномат. А «Влажные ватрушки» обязательно. «Петля пристрастия». Да, «Петля пристрастия». Нет, «Трэш» — это норм вообще банда. «Тентон Хаммер» — вот это неплохая. Но она, мне кажется, московская. А, не с Петрозаводска, по-моему. Даже так, возможно. А по поводу того, что рэп дресня, вот «Чемодан» нормальный. Вот есть крутая группа «Заточка», короче. Вот она вообще дико мне нравится. Внимание заслуживает что-то оригинальное. А сейчас такого мало, в принципе. Зеномат. Подес. Московская группа «Арида Вортекс». Оркестр Тролля. Да, оркестр Тролля. А ну, Морой Ил. Фига, ты старичков вспомнил, они еще существуют, там женщины на вакане были. К сожалению, нет. А, и ты их знаешь? Да. Супер крутые. Ну, Кардинал Лайн. Ну, MCM, например. Monastery Dead. Отличная death metal группа, да. Круто на них сходить, давай. Слушай, так. Рассол. Знаешь, как называется наш канал? Понятия не имею. Хэнговер, похмелье и рассол? Рассол, честно, для себя недавно открыла эту группу, команду точнее, они играют очень такой трешовый бар, познакомилась с ними вот позапрошлую субботу, реально стоит послушать. Слот, как бы, FPG. Она называется Corrida House. Corrida House? Да. Ходите на Corrida House. Молодцы. Барабанщик прям порадовал. Лють, гитаристы. Алексей, это, конечно. Как концерт? Хуйня. Звук мне вообще не впечатлил. Это какой-то тухляк, какую-то фан-зону, блин, организовали непонятную. Два косаря просто потратил зазря. Я был до этого здесь на Мономарт. Было феноменально. Я что-то пришел сюда, что-то вообще понять ни хрена не мог. Плоско. Знаешь, как Руслан Пурген пел? Это не то, что я думал, это не то, о чем я мечтал. Приехал, думаю, ёб твою мать. И как сказал Егор Летов, ребята, наебали нас на самом деле все. Что самое крутое было на концерте? Children of Bodom. Очень развернуто, спасибо. Как вам концерт?
Охуительно. Там была потрясающая энергетика, потому что народу было весело, потому что это было просто очень классно. Народ в слэме велся совершенно чудовищно, просто ронялся, падал, поднимался, но... Это был культурный слэм, когда чувак упал, его четверо человек просто поднимают обратно, и он опять влетает в толпу, это было просто... Ну и в целом группа выступила шикарно, Лёшка отжёг вообще, насколько мог, довольный прям. Энергетика замечательная, в моше потусить всем советую, в принципе. По башке пролетает и остаются отличные воспоминания. Спасибо. Отлично было, просто шикарно. Давно так не тусили. Как было? Прекрасно. А вот можете еще пару эпитетов? Как вам концерт? Я впервые просто. Прикинь, вы поняли меня, ребята. Лужки, мы луги, я первый раз вообще из них. Вот тоже у меня рюха. Было великолепно. Офигенно вообще. Концерт, вот как надо. Хейт крюк. Мы посетили концерт Children of Bodom, пообщались с фанатами, получился крайне добрый и душевный выпуск. Единственное, что хотелось добавить, не забудьте подписаться, долбануть в колокольчик, ну и, конечно же, ищите нас на концертах.